Вот громкий случай. Помните, когда москвичу выписали штраф за тень его автомобиля на сплошной полосе, становится все более резонансным. Пострадавшие от неправильной работы столичных камер видеонаблюдения водители объединяются, собираются они подать коллективную жалобу. Алексей Казанников выслушал несколько таких историй. И они не менее фантастические, чем про тень от машины, которая умудрилась нарушить правила ПДД. Готовился сегодня к этой съемке, вот читаю новости с утра, количество ДТП на дорогах снизилось благодаря камерам на 32%. Звучит, конечно, классно, но если учесть, что у нас даже за тень, которая пересекает полосу, могут штрафовать. И вот сегодня мы там подобрали для вас сразу несколько людей, у которых похожие проблемы, а некоторые даже смешнее. Вот, кстати, первый едет, это Александр, его машинка Hyundai Tragedy, и сейчас он расскажет нам свою историю. Неделю две назад стою, жарю шашлыки, приходит оповещение, что я нарушил 2500. Смотрю, на бумажке не мой автомобиль. Lexus, большой внедорожник, 4 выхлопных трубы. Похожая машина, но номера у меня 988. Вот этот козырек у Lexus, вот как у меня здесь, да, он отбрасывает тень на номер. И автомат подумал, что вот эти нолики в его номере – это восьмерки, и выдал мой номер. Едем в машине и маршрутом того счастливчика, которого недавно обрадовали штрафом ГИБДД. Итак, это Ренат. Но я двигался по третьему транспортному кольцу, никаких маневров не осуществлял. При этом нарушитель впереди меня осуществил маневр в нарушение разметки. Камера зафиксировала его, но сфотографировала мой номер. Впереди человек сейчас может как раз попасть на камеру. А, вот он, вот, вот он через полосы, разметку. Вот. И вот там впереди еще. А, кстати, сфотографировать сейчас могут меня. Вот камера, она наверху, на столбе видна. Проезжал ДТП. Оно вот только-только образовалось, даже толком не попал в пробку. Но ДТП было сильное. Подъезжая к МКАДу, увидел патрульную машину ДПС, стоящую на обочине. Остановился рядом с ней. Ну, максимум 40 секунд, полминуты. Минута – это максимум. Сообщил инспектору о ДТП. Три дня назад приходит мне письмо счастья, так называемое, да, постановление административного правонарушения за остановку непосредственно на обочине. Хотел сделать доброе дело, как итог вот получил штраф. Что приходит новый штраф. Нарушение сплошной. На фотографии было четко видно, что автомобиль движется по своей траектории, прямо, не нарушая ничего. А тень от машины оказалась в кадре, которую даже обвели в квадратик, приписав, что как бы тень – это одно целое с автомобилем. Привет, ну как, отменен твой штраф или еще нет? До сих пор все никак. А сколько времени уже прошло? Да уж, дней 20. Что делать думаете, парни? Надо объединяться. Нас мало, да, но как бы тех, кто со штрафами, много. Ну что ж, везунчики, которые получили письма счастья благодаря столичным камерам, благодаря их, так скажем, не самой примерной работе, уже начинают объединяться для того, чтобы написать коллективное обращение с просьбой разобраться с этой проблемой на имя начальника столичного ГИБДД. Ну а пока я советую вам все-таки проверить свои штрафы. Быть может, и среди них очень много несуществующих. А мы возвращаемся в редакцию. Коль, ну что, поехали? Поехали. Ты как там, проверил? Тень у тебя сплошную не пересекает, точно? Да, вроде не. Номера твои? Номера мои. По обочине тогда не будем ехать, да? Будем ехать. Ну, поехали.